запах, вот когда ты поднимаешься, прямо запах. Запах, вот когда цветет, хорошо пахнет. Венгрии, а ну да, и тут и чехи, и венгрии, протестанты. А немцы есть? И немцы есть, да. Ну вот эта вот церквушка, это православная. Ну это православная, да, понятно. А вот там в центре много и костелов, а то все католические, да. То все католические. Это православное, потом есть в Арянах, так район на окраине. Там православное, и сейчас строится вот туда, если пойдете к этой гостинице Закарпатье. Там строится хороший такой же. Православный храм. Даже странно, что в наше время начинает строить, да? Да. Православный храм. И в Москве то же самое оживление сейчас такое. Ну да, да, да. Сейчас строят, сейчас, да. Закладывают вместо того храма Христа Спасителя. Да, новые, да, да, да. Уже, да, собирали деньги. Вроде бы собираются закладывать основательно. Чуть ли не к 97-му году он должен быть готов. Не знаю, это... Да. Да, вот все закончили, осталось что-то деревянные части, и так прочее.